Спасибо людям, что в то время он был рядом. Иногда он говорил, делал те вещи, которые заставляли тебя на многое смотреть с другой стороны. Он был, собственно, одним из тех людей, который мог в своей жизни сочетать то, что называется лучшее из двух миров. Ну или даже не лучшее, а такое, назовем это, маргинальное из двух времен. И вот из этого рождалось то-то, в чем состояла его исключительная харизма, в чем составляла его исключительные, ну, какое-то дружелюбие и те лучшие черты, которые были в нем. Я думаю, они навсегда будут с нами, они навсегда останутся в нашей памяти, особенно тех людей, которые провели с ним долгое время. И в то же время другая песня, которую он пел на том же самом первом демо, называлась «Война одного». Как и любой творческий человек, ты чувствуешь